малышки стоят катетер. Гноя вытекло очень много. У малышки был гнойный абсцесс на шее. Именно поэтому была высокая температура. Я отвезла ее в клинику Ягникова на Маркова. И там сразу, как только у меня ребенка посложили на стол, подошли. Сначала один хирург подошел, потом второй. И сразу, ощупав ребенка, сказали, у нее абсцесс. Да сразу прооперировали. Поставили дренаж. Сегодня девочка чувствует себя хорошо. Температура спала. Сейчас мы промываем, и завтра уже дренаж этот будем снимать. И благослови Бог тех, кто действительно от всего сердца искренне идет в ветеринарию, чтобы помочь животным, а не чтобы нажиться. Ее нашел мальчик на старой роддороге, уже переломанную. Видишь, открытый перелом на лапке. И принес домой. А мама позвонила мне и сказала, что мы не можем держать собаку, помогите. В результате я опять позвонила Наташе с Эдиком, и они поехали, забрали. Отвезли в клинику. Сейчас ждем результат. Ришар, глазки капать будем? А, детка? Глазки капать будем, деточка? Глазки капать будем, солнышко мое? Ришар! Пошел прятаться к новой маме. Она его приняла. Ришар, а глазки кто капать будет, детка? Козленок, маме. Маме. Но вот эти глазки у нас, это инфекция. Малыш вышел после тяжелой инфекции. Ребят, я прошу прощения. Просто приболела немного. Малышей вот почти подняла, а сама свалилась. Друзья, нам очень нужна помощь. Я вас очень прошу. Мне надо отлежаться хотя бы 3 дня. 3 дня, я встану. Ну, любой из нас болеет, это ничего не скажешь. Я просто прошу вас, друзья, пожалуйста, если можно, помогите нам. Глазки у малыша, видите, уже хорошие. Уже почти хорошие. Он замечательный, хороший ребенок.
Друзья, я просто прошу вас, не бросайте нас. У нас очень тяжелое положение. Просто очень.